Ситуация, когда защита на А была полностью пробита, и тебе с тиммейтами приходится делать ретейк в меньшинстве. Не среагировав по врагу, я сразу же действую по ситуации и стараюсь как можно скорее найти фраг. Флэш, брошенная с бойлера, успею вернуться и пикнуть после. А вот и бомба. Защищать ее с мида будет очень сложно, ведь прямо сейчас я слышу врага на банане, в шорту и в бойлере. Нужно выводить перестрелку один в один. Слышу шаги от двух врагов в шорту, бомбу уже забрали, а второй вероятнее всего прикрывает. С бойлера можно идеально пикнуть, не беспокоясь за спину. Поставивший бомбу, не успел уйти с сайта, попробую его распикать. Взгляните на тайминг. Самое время разобраться с игроком со спины. Секретки этой. Не попал, но есть возможность репикнуть, которой я обязательно воспользуюсь. Он по стенке идет. Блин, ебар. А теперь самое время потроллить врагов. Сзади, сзади, пачек. Терминатор на... Пистолетка на супримах. Что может быть проще? Становлюсь на чек на стрейфе. Звук брошенной флешки говорит о раше Б. Если уйти в КТ, то можно будет пикнуть в тайминг. Но также, если уйти в КТ, то можно оставить тиммейта без помощи. По рандоме в дым я уже понимаю, что ему мне не помочь. И поэтому жду установки бомбы, чтобы ворваться в смог. Ведь пока один ставит бомбу, можно выйти на перестрелку с наименьшим количеством врагов. Радар, инфа, и я уже наготове. Ждем противника с банана и уже знаем инфу об игроке на гробах и на тройке. И как это обычно бывает, по последнему аимиться тяжелее всего. Не теряя времени, я иду его пушить. Если ты хочешь купить аккаунт CSGO с праймом не за 1000 рублей, а за 100 рублей, или же аккаунт PUBG за 150 рублей, то переходи на сайт Lost Guru Market по ссылке в описании. Там ты найдешь много дешевых аккаунтов. Нужна ли дедукция в шоу-матче против девушек? Думаю, одного лишь аима будет достаточно. Я что-то говорил про им? Так вот, самое время забыть про это. Ой-ой-ой. Хорош, думаю, я убью, блядь, чё-то. Ой-ой-ой.